Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина провела дистанционный прием граждан в Одинцовском штабе местного отделения партии на Можайском шоссе. Просьбы касались социальных проблем из сферы ЖКХ, помощи обманутым дольщикам. Так, жители деревни Иваново-Константиновское Ершовского теруправления уже много лет не могут добиться подключения к газу, хотя труба давно подведена. А представители коттеджного поселка Знаменское поле в Горках Вторых попросили защитить от посягательства на их земли. Помимо этого, Оксана Викторовна проконсультировала педагогов Одинцовской средней школы номер 17 по вопросу улучшения жилищных условий. Депутат Госдумы взяла в работу эти и другие поступившие обращения.